Внешнеторговый оборот между Республикой Беларусь и Волгоградской областью он вырос. И за последний год, 2017 по сравнению с 2016, он вырос на 77%. То есть это цифра неплохая, причем вырос как экспортная составляющая, так и импортная составляющая. Поэтому сегодня как раз вот об этом говорили и обсуждали перспективы дальнейшего развития по различным отраслям, начиная от машиностроения, где вы знаете, что у нас уже неплохая динамика с 2009 года, когда собиралось всего 240 тракторов. На сегодняшний день эта цифра почти 1900 в год сборки тракторов на Черкасской площадке. И мы видим дальнейшие перспективы. Обсуждались вопросы сельского хозяйства, где у нас и так уже ведется активный диалог. И мы поставляем, например, племенную птицу, поставляем инкубационное яйцо, поставляем в Республику Беларусь. В ответ мы получаем семена льна, семена картофеля. И мы говорим, что и сейчас, и тоже также видим перспективы развития аквакультуры, где мы изучаем опыт белорусской стороны. В то же время, например, белорусы приезжали к нам в марте 2018 года и смотрели наш опыт по производству черной икры. Мы первое место занимаем по производству черной икры в Российской Федерации. В лесопереработке очень неплохие результаты, и объем по продуктам лесопереработки, поставляем в Республику Беларусь со стороны Волгоградской области, они также выросли примерно на 10%. Причем это хорошо, что в основном это продукт с высокой добавленной стоимостью. То есть это плита ДСП, плита ДВП. Обсуждали перспективы деревянного домостроения и включения белорусской стороны в наш кластер деревянного домостроения. То есть там тоже мы видим очень хорошие перспективы для сотрудничества. И многие-многие другие вопросы и в культурной сфере. В частности, мы пригласили наших друзей на 20-летие проекта «Дед Мороз», который реализуется у нас в Великом Устюге. Пригласили их на фестиваль «Голоса истории». Обсуждал сегодня вопрос обмена и взаимной работы между высшими учебными заведениями Республики Беларусь и нашими учебными высшими заведениями, базирующимися на регионе. То есть большой спектр вопросов, где мы видим серьезный потенциал для